Бинги-бинги-бинги, бинги-бинги-бинги. Да, вон там уже здание. Даже видно, по-моему, не? Да, вот видно уже здание. Наконец-то я пришел. Да, наконец-то вот, где мы ночевали постоянно. Вот это место. О, здесь уже все расчищено, затоптано. Ура. Что ты мне лаешь-то, блин, я здесь уже сколько лет живу. Нафиг меня лает и лает. Наконец-таки, наконец-то я пришел. Да-да-да. О, хорошо. Супер. С возвращением? Ты бросил меня в Бостоне. Наши тренировки прекрасны. Но Опрат куда более хороший учитель. А что мой отец? Удрал, к сожалению. Его нужно найти. И мы найдем после починки дома. Но он наверняка что-то замышляет. Допустим, ты его найдешь. И что тогда? Ты мальчишка, учившийся пару месяцев. Он взрослый и оттачивал мастерство десятки лет. Если ты хочешь воевать с тамплиерами, без них не обойтись. Без чего? Что это такое? Сундук ассасина. О, скрытые клинки. Бери, пока я не передумал. Вау. Что такое? Что там такое происходит? Надо выйти на улицу. Ага, убейте медведя скрытым клинком. Там медведь, я понял. Пожалуйста, помогите, он погибнет! Да кто погибнет? Давай. Надеюсь, что недалеко надо будет бежать, потому что уже бегать мне осточертело, как долго. Я уже бегаю. Кто? Нет времени, идемте! Нет времени объяснять, беги. Так, давай. Ну же. Как он так быстро бегает по снегу-то, я понять не могу. Фига себе, он быстрый. Быстрый, дерзкий. Танк советский. Давай, беги. Все, прибежал, да? Вон там! О. Он только что проплыл под мостом! Только... Дебилизм. Ай, блин, все. Фак. Зря я это сделал. Помогите! Прошу! Так, так, беги, 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 беги! Я успею, я успею, я успею, я успею. Давай. Парень, я бегу, я бегу, я бегу. А кстати, было на Е3. Вы на выставке Е3, давай. Да я бегу, тут волчара ко мне прицебачилась. Так, давай, 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 давай. О! Успел. Да! Спас. Это, кстати, вот этот геймплей был на выставке Е3. Если кто не заметил, что когда волк на него прыгал, это было на Е3. Этот болван пытается сказать, что он навсегда у вас в долгу, сэр. Кого ты назвал болваном? Тебя! Ты же он и есть! Что вы делали на этих бревнах? Такое уж у нас ремесло. Мы разбили тут лагерь неподалеку, и теперь валим лес. Хотим построить лесопилку в этих краях.
Недалеко от дома на холме, где я живу, есть хорошее место. Ха, вы мне уже нравитесь. Поглядим. Класс. Часть 5 спасения на реке закончилась. Синхронизации у нас нету. Полный. Ну ладно. Продолжаем. Я буду скучать по тишине. Но бревна нам точно пригодятся. Над домом придется потрудиться. И не только над ним. Будет время, приходи ко мне в хижину на берегу. Ты должен увидеть еще кое-что. Что же? Наследство. Что это такое нам показывают? О, интересно кинцо. Нам, походу, сейчас, походу, нужно будет улучшить поместье, да? Похоже на то. Так, давай, загружайся. Я хочу улучшить уже поместье. Что это такое? К и Д. Вы кто? Гоу. Или мне так кажется, да? Или нет? Или нифига не кажется? Это их имена, по-моему, да? Это странные имена, конечно, ладно. А, вот сюда надо. Потом вот сюда. И прыжками вот оттуда. Да. А, нормально запрыгнул. Вот сюда нам надо. Блин, ни черта не видно из этого, блин. 4х3 окна. Вы, конечно, ничего не заметите, ну ладно. Игра почему-то автоматически само по себе сворачивается иногда. Так, оп. Не-не-не, надо сюда залезть. Или хотя бы вот сюда. А вот туда вот он. Увидел всё я. Ну, давай. Давай, хоп. Ой, господи, как это высоко. Залез. Ты. Классно. А, да что же здесь такое творится? Только меня не бейте. Помогите мне! А, их надо бить. Полет нормальный. Ну, блин, комбо моё нарушил. Говно, а. Клёво. Какой отважный труп. Ты капец, куда же ты сдохнешь-то уже? Так, всё, взаимодействуем. Нифига себе, он сильный, а. Взрослого мужика поднял так спокойно.
Даже без напряга. Спасибо, спасибо. Вы целы? Кажется, да. Они меня, в общем, больше напугали. Мерзавцы. Чего они хотели? Кошель мой. Поняли, что он пуст, и решили отомстить. Как глупо. Мои инструменты стоят целое состояние. То есть стоили. Но я, пожалуй, пойду, а то ближайшая таверна не близко. Еще раз благодарю за помощь. У вас нет дома? Как сказать? Еще недавно был в Бостоне. Да только я не сторонник короля, поэтому лоялисты выжили меня и из мастерской, и из дома. Здесь бы многим людям пригодились услуги опытного мастера, если ищете новое место. Да неужто? Я об этом подумаю. Да уж подумай. Не зря же я тебя спасал-то. Так. Ланстерим может изготавливать деревянные изделия, например, ящики и бочки. Здорово. Оружие резчика. Может, я что-нибудь купить можно? Не? Да не думаю, что уж так просто все это дело будет. Так. Идем на следующий квест. О, секундочку. Ну вот, хотя бы в нормальном разрешении я поиграю. Мне это уже надел. По-моему, другое разрешение, нет? Параметры. Графика. А, да, нормальное разрешение. Такое же стандартное, просто уже к старенькому 4:3 привык. 40 минут игры. В принципе, жесткий диск у меня еще не на полностью заполнен. Так что можно еще поиграть. Место еще где-то на 40 минут есть. Как раз одно задание, наверное, выполним и закончим. Так, оп, оп. Так, вот здесь можно уже залезать нормально. Я думаю, да? Да, залезает он по-человечески. Молодец. Ай! Ой! Как я вас боюсь, о, капец! Ой, жесть! А. Ненавижу собак и волков, а! Рычащих! Ух ты, ёпа, раз это что такое? Ребята, это что такое? Вот это вот что? Давайте посмотрим, что там мне интересно будет стало. Интересно, он сможет залезть к ней? Что здесь такое-то было? Мне кажется, это какая-то миссия здесь будет, по-любому. Потому что просто так, такие большие объекты здесь... не хранятся, это инфа. Нет, не разрешают мне туда залезть никаким способом. А может здесь как-нибудь можно зацепиться? О, да, можно вот разрешают. Что с кораблем-то стало? Что-то здесь нечисто. Или все норм? Ты, блин, давай залезай. Сюда он что-то не хочет как-то залезать. Он спрыгивает, видите? Или нет? Мне просто кажется. А вот, здесь же порт. Ясно, ясно. Вот.
и мы узнаем, чем же он так дорожит. Я встречал его, Кидда. Он был высотой аж 7 футов, а то и больше. Здоровенный, просто великан. Чуть руку мне не сломал, пока пожимал. Я сразу понял, что обычное оружие его не убьет. Окей. Так, вот наше задание уже. Мы на месте. Здорово. Давай, начинаем. Проваливай! Ну там, походу, мужики сказал про него же, говорили. Проваливай давай! Или по-людски не понимаешь? Ха, не видел, что ты здесь, старик. Знал бы, что ты ко мне заглянешь, так прибрался бы. Мальчика зовут Коннор. Он пришел восстановить наследство. Восстановить? Прошу прощения. Он все еще быстрее всех в Атлантике. Правда, говорю же про квест какой-то. Но немного ласки, и он снова полетит. Кто он? Кто он? Аквила, мальчик. Призрак северных морей. Судно? Судно? Это корабль, парень, уж будь уверен. А ты говорил, он тут наведет порядок. Да он самый зеленый юнец на всем фронтире. Коннор, когда закончишь, просто возвращайся домой. Вы сказали, хорошо, его нужно чинить. Сильно? Над ним надо поработать. И я могу это сделать. Но подходящих материалов мне что-то не хватает. Для начала нужна хорошая древесина. Ладно, найдем. А когда оно... Он... сможет выйти в море? Ты добудь дерево. Команду я найду. Доберитесь до Ахиллеса. Так, нам до Ахиллеса долго ли плестись? Смотрите. Так, до Ахиллеса не так уж и долго, в принципе, идти. Может, он как-то на лодке сможет, не знаю. Метров до Ахиллеса нам. Давайте про Аквилу почитаем. Пусть внешность тебя не обманывает. Перед тобой бывший флагман флота ассасинов. Пусть и немного растерявший былую славу. Аквила сошел с степей французского в городе Бресте в 1749 году. Ясно. Это как флот ассасинов такой был бывший. Окей, буду знать. Буду знать. Ну греби быстрее веслами своими, давай. Поднатужься, давай. Еще немножко осталось. Что-то здесь мерцает, вы видите, да? Что-то здесь, значит, лежит. Ценное. Это мне кажется. Не, нифига ничего не лежит. К сожалению. Так, интересно, сюда залезть-то. Может здесь как-то? Ага, вот здесь надо залезть. Сюда залезаем. Ну, и как? А вот еще выше нам. Ну уже давай. Оп. Все, залезли. Супер. 60 метров осталось нам. До его дома Аквилы. Ой. Короче, вы меня поняли. Да, Ахиллеса. До дома Ахиллеса нам 60 метров осталось. Вот. Уже 15. И мы на месте. А, вот и ты. Я кое-что тебе покажу. Ну, взгляни.
Угу. Что это? Грозбух. Он помогает управлять делами поместья. А это? А, это было давно. До эпидемии тифа, до тамплиеров, до того, как все рухнуло. Но это все в прошлом. Лучше сосредоточимся на настоящем. Возьми, Грозбух, я научу тебя им пользоваться. Запасы. Купить. И утверждаю, все. Как-то они его не очень удобно сделали, ну ладно. Разобраться будет можно. Полная синхронизация. Супер. Время летело быстро. Дни проходили в учении и трудах. В редкие минуты отдыха я узнавал новое о тамплиерах. О Чарльзе Ли и о Лето, супер. Я хотел бороться с ними. Сорвать их планы, чтобы мой народ больше никто никогда не тревожил. Но я знал, еще слишком рано. Если буду действовать сейчас, погибну. А тогда все напрасно. Терпение, сдержанность. Им научиться оказалось труднее всего. Но со временем я освоил и это. Дни шли за днями, складываясь в года. Мои знания и навыки росли вместе со мной. Ну и давайте на этом закончим. Если вам понравилась эта серия, вы можете поставить мне лайк. Если вы здесь новенький, можете здесь подписаться и оставить комментарий. И на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Ждите следующую серию, если они вам нравятся.